О следующей песне я хотела, чтобы вы рассказали особо. Что это за песня? Дело в том, что она несколько раз прозвучала в передачах музыкальной редакции и как-то сразу была замечена. Может быть, от того, что это осень, и передача у нас идет осенью, а может быть, от чего-то еще другого? Вы знаете, я тоже заметил. Вот бывает, звучат какие-то песни, и, ну, проходит как-то незаметно, потом вдруг начинает звонить, или наоборот, никто так и не замечает, что появилась новая песня. Вот в данном случае с этой песней я заметил, что все мои друзья, которые ее слышали хоть раз по радио, они все мне позвонили уже и поздравили с этой песней. Написала я ее почти год назад. Это песня на стихи Бориса Заболоцкого. Это писатель, поэт, очень талантливый человек. Это наша первая совместная работа. Я надеюсь, что не последняя. Песню я записал сам. Называется она «Листопад». Да, действительно, мне кажется, эта песня написана с очень большим чувством, в общем, с настроением. Итак, послушаем, поет Владимир Мигуля.
нам усиливает этот листопад.